Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов, продолжаем Undying. Firebreakers Undying, как это у нас называлось-то? The New Beginning. Вот кто тут выл. У меня их уже полно. Скоро закончится с места. Последняя зря. Текстурка была такая неровно соединенная. Да, конечно, совсем JPG пожатая картинка, JPG, но блин, все равно атмосферно. Так, ну это наш. Такой информативный. Drudgen by the fair amount of Tressanti patrols I've seen by the caves up on the coast of it, and see their hideouts nearby. Anything I can do, just name it. The more of them bastards you kill, the better. The way they killed my son, oh, it's the least I can do. I'm sorry to hear about your loss. Do you have any idea where these thieves are hiding out? You, stranger! We can help each other out here. If the four to me living quarters, there'll be some items of yours, Tiger. Thanks. I appreciate your help. Так, по идее, там было сказано, что три уровня. Ну, про первую часть, соответственно, вот это, по идее, третий. Посмотрим, из второй части я их все закинул, то есть они будут сами дальше или надо отдельно будут открывать. Locked. Гарнки. Серьезно? Садовника нету, гардуки. Пожалуй, можно назад вернуть. Видимо, у сына, наверное, был ключ, которого там похитили или что-то из того. Да? Так, вон Тарсанти бегут. Смотри-ка. Наша насрать. Просто почти не пользуюсь коктейлями никогда. То есть, именно на самом деле вот так вот надо кидать прямо вниз. То есть так они отскакивают, рикошетят. И надо прям четко, чтобы врага попал, тогда он об него бутылка разбивается. Блин, вот посмотрите на это, а. Не знаю, почему мне прям так что-то так прям радует этот мод, прям обалдеть. Так, ну последний остался коктейль, кстати говоря. Все. Как вот две штуки торчат из земли, одна и вторая. Это целиком осел, оказывается. Эй. Я спас тебя, овца. Не благодари. Что?
Черт. Помню, мод с овцой был. Нифига всякого интересного, надо сначала все посмотреть. Вот. Здрасте. Ну, в аптечках здесь недостатка нет. Кстати, даже если было бы значительно меньше, все равно бы бодро игралось, потому что. Да. Три выстрела в башку держит, посмотри на него. Я с двух обычных отъехал почему-то. Cousin TNT. Непонятно тут, знаете, что одна вещь. А почему динамитом? Ну, это еще с оригинальными непонятно. Почему его не сделали как тайм-молотер, то есть типа, в предметах? Потому что в игре довольно много бывает динамита, но поэтому. Блин, 140 патронов уже. Странные пули, которые вблизи наносят патроны. Нет, пули. Патроны это все в целом. Которые вблизи наносят урона больше, чем издалека. Как бы даже мы без разницы же. Ты сучка. Конечно, я дурак, что не посмотрел в сторону, а выбежал так. Ферненько у вас тут прям. Ну да, у меня полный. У меня птичка, наверное, до жопы уже просто. Интересно, сколько у меня птичек? Двадцать одна. Аптечка. Это ж хорошо. Did you hear that? Чуть не валялись здесь. Я убил Лоренца Аравийского. Так, вот сейчас не понял.
Скорее всего, открылся куда-то еще проход. Я не помню просто, что здесь были какие-то закрытые сейчас проходы. Я пытался выстрелить на опережение, это было зря. Да ёптерный. Гарден Ки, я его вообще нашел или нет? Давайте посмотрим. Нет. Кстати, жалко, он не выкидывает ключи, которые уже типа используют. Ну и подразумевается, что он постоянно ими, видимо, дверь открывает. Но... Так, а вот сейчас я уже начинаю не понимать, потому что больше-то некуда пойти было вроде. Я, конечно, посмотрю сейчас. Там что-то грохотало сзади, когда я шел. Возможно, он там своим по рации что-то сказал, а я сейчас мне принесу полезные предметы. Я перезаряжаюсь, да. Возвращаюсь назад. Что мне нужен был ключ садовника, все. Возможно, сейчас при. А, он просил типа найти сына. Возможно, там кто-то где-то был труп его сына. Вопрос, что-то нет. Патрик как-то не отреагировал на это. Но был я там, никакого сына не нашел, сказал. Пойдем скажем. Прикинь, что умеет, да? Там что-то не туповатенькие здесь. Капец, у меня уже дробовика тоже не подбирается. Ну, короче, расходников здесь до хрена в этой, в этом моде. Еще раз посмотрим, а тут вроде ничего не было. Ну, да. А возможно, мы сейчас придем к этому чуваку, который там копается, скажем, типа, понимаешь, никого мы не нашли? Или, типа, мы хотим так сделать, а там его уже убили эти парни. Да не, он копается. Причем сделан он-то мод, по большому счету, бесхитростно. То есть ты просто идешь, вот сейчас иду назад, просто враги все респятся здесь. Какого хера, почему? Вот, но... Да ёп. Ну, интересно. А, возможно, типа, надо было отомстить за его сына, и мы отомстили. Мужик. Locked. 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 Не, ну я, конечно, могу вернуться сюда. Чё, себя серьезно, наверное, назад? Я вообще ни в жизнь бы не подумал, прикинь. You are out of your league, boy. Mm-hmm.
Your reckless pursuit of power must be stopped! You cannot harm me. No, it is time for you to realize who you are fighting. What the hell? Fool, I will be your last regret! Я так и убегаю все эти после заставок. Так. То есть мне сюда. Это чисто ради интереса. Прореспились тут враги или нет? Нет. Смотри, сидит. Locked. Я знаю, там есть какой-то утечек. Мужик. Я просто проверить, как в оригинальной игре или нет. В оригинальной. Не, ну раз появилась аж целая заставка, значит, конечно, мне сюда. Даже птичку будет. Чё, может, погоди? Погоди, погоди. Нет. Не, ну если мы еще туда-сюда сейчас будем бегать, это будет длинный мод. Чем мне нужен ключ садовника, где его искать? Я там вот наверху вообще ничего нового не нашел, по идее. Ладно, будем ориентироваться по старому верному. Ага, появились враги, значит, мне сюда. Так, а это было уже? Нет, по-моему, здесь не было. Новое место нашел, прикольно. Здесь, правда, патрончики, которые мне не нужны. Но тем не менее. Чаем, мистер Фримен. Locked. Серебряный ключ. Врата серебряного ключа. Капец, тут ключи, там еще наверху в аббатстве что-то же. Так, это аббат. Не, ну окей, давайте еще. Это больше не открывается. Так, погодите, а как я сюда попал? Locked. Именно вот из поместья. Это ключ аббата.
открывается. Но я же не нашел ничего нового, по-моему. В этом как бы весь прикол-то. Враги появляются, значит, сюда. Да ёпта. Она же так косячит, блин. Там 4, по-моему, мы там обычные там валялись как раз. Сделано серьезно, что двери уже просто типа, которые тебе на этом этапе не понадобятся, они берут и запираются нахер. Я бы, конечно, пострелял одиночными, но блин, у меня столько патронов уже. К вопросу о том, что там я читы использовал. Вот здесь вот классный мод, и вот здесь мне не хочется использовать читы. А, ну да. Ну, в смысле, классный и нормально сделанный. Я смелюсь предположить, что это даже один из, ну, если не самый лучший. Мужик, ты извини, как бы я прям позорюсь перед тобой. Если не самый лучший, то уж точно один из лучших. С оригинальной игрой. Так, ладно, здесь не слишком темно, чё? Версии, кстати, ни разу. В гоговской версии вот в этой ни разу не было такого. Может, помните, когда делаешь заклинание, и рука потом пропадает, и в следующий раз он делает заклинание без руки. Вот. Когда я там проходил предыдущие моды, в оригинальной игре такое было. Когда я с репака это делал. Да заткнись, ты, блядь, ты с людьми поговорить. Здесь такого нет ни разу. Полоска сбоку какая-то. Ну. Не, чувак, динамит это не твое, это козырь, конечно. И здесь тактически как-то можешь типа выцеплять их, успевать заранее стрелять и так далее. Ты
заем. И все с дальних расстояний почему-то хуже работает. Я не знаю почему. Как бы казалось бы, сила взрыва, это когда пролетает в место одинаковое. Но нет. Все еще тут тусуешь? Нет. По новой стал. Развлекайся. Возможно, даже сюжетно еще интересный, но я говорю, что-то мне неохота текст переводить. Зачем мы продолжаем оправдываться? Все уже давно все поняли. Что такое? Ее все-таки убили, а? Вот как они должны убиваться. Не до этого сейчас. Видите, как она быстро отъехала? И как они отъезжали в, то ли в предыдущем, то ли в одном из предыдущих. Ну, чё тебе там? Ну, что? Ой, ужас какой. Так. Что же они такие сволочи? Jammed. Прекрасно. Успел. Успел, гад. Бывает глючит вот эти черепа, почему-то врага уже убило, а он все равно орёт. Не, на аптечек тут, конечно, море. Сказал, что много бэктрекинга, и это, наверное, плохо. Да ладно, дверь открылась, посмотрите. Дверь открылась, которая тогда не хотела ни в какую. Так, я вернул в самое начало. Здесь на всякий случай чисто. Все, понял. Locked. На до сих пор не стадий ки. Я что, просел это все? Фу-фу-фу. 40 фп. Да что такое здесь? Что сейчас здесь будет? Так, я вернулся в самое начало, если что. Непонятно, зачем, но я вернулся. Я сейчас выйду за дверь, и типа конец первой части, играйте во вторую. Так, сейчас не понял. Ключ, но я его не нашел, потому что меня вело сюда прям.
jammed. О, надо же, сообразил. Если где-то он тут, я... Почему-то мне кажется, что я должен был найти ключ где-то там у садов, ну в этом вот... Ну, короче, на той карте, потому что как-то я оттуда ушел и вообще без ничего не пойми, зачем я туда ходил. Вот, а если бы я нашел, допустим... стадийки или какой-то еще, я просто не хочу, ну я пролетел, конечно, со стороны, немножко, чтобы срезать путь, а я не хочу, на самом деле, с паролем бегать искать, мне хочется пройти как следует. Так. Locked. Угу. Угу. Возможно, в логове этих чуваков где-то должен лежать какой-то ключ. Не знаю, допустим, ключ садовника, у садовника будет еще-то еще. Мне кажется, что просто ключ садовника на самом деле должен быть, я его открыл бы и... А то как-то я сомневаюсь, что мы эту локацию еще пойдем потом. Нас наоборот возвращает. Самое интересное, если она просто у тебя не завершена и надо вторую открывать. Это вряд ли. В данном случае мне так не кажется, потому что мод прям проработанный хорошо. Я назад когда возвращался, и он там залез в стак. Эти ходить вот так и здесь смотрелось. Блин! Я только сейчас понял. По-моему, здесь где-то была стенка сломанная. Мне же динамит дали. Помню, где-то была потрескавшаяся стена. Сейчас будет весело, если действительно так. Там была на улице потрескавшаяся стена. Я сюда как раз ходил, чтобы взять динамит и взорвать ее. Потому что где-то, по-моему, я видел потрескавшуюся стену и только что-то сейчас сообразил, что типа, эй, камон. Потрескавшаяся стена. Ну вот сюда я зачем заходил? Гарденки, ну да. Ладно, я затупок. Я еще думал, сундуки такие. Но скрипты все равно, видите, сработали, потому что я зашел в ту комнату, и вот все враги бы появились. Так, а эти, получается, что тоже уже кто-то? делать.
Не, ну тут все логично, тебя прям привели в эту комнату, там стоял предметы в главарях и так далее. То есть тут, как говорится, вопросов нет. Просто я что-то не подумал тыкнуться в этот сундук. Просто, возможно, если бы я тыкнулся в другие сундуки по дороге, они открылись, тогда бы типа такой, ага, сундуки открываются, а тут что-то я и думаю, ну, наверное, просто декорация. Так, ну ладно. Там я спалил, что там уже Тарсанти сидит. В этом. Или пират, подожди, Тарсанти это жесть, по-моему. Нет, это как раз есть Тарсанти. Это там аборигены с палками, это не они. Скажешь, что? Просто очень уж спалил сюда. Есть коктейль? А, точно, я же взял. Да, да, взял. Так. Мне он прям этот мод определенно нравится. Пака ключ не показался какой. Ну, это, скорее всего, серебряный ключ, который там вот в подвалах нужен, потому что туда в основное поместье, я, наверное, вернуться в самом конце должен. По логике вещей. Здесь, скорее всего, сейчас пойдут опять скелеты. А, ну так я же здесь его зачистил. Не, погоди. Так, и вон та, по-моему, дверь, если ничего не будет. Я буду ключ. Нихера себе. Так, между прочим. Сколько мне? 28. Не то чтобы я был против, как вы понимаете. Так, теперь еще два места. Блин, сколько тут всего. Так, ладно. Здесь по-любому, думаю, еще на серию наберется, поэтому давайте на сегодня на этом все. Ссылка на плейлист будет в описании. Я вот перекидывал уже камеру, да? Подписывайтесь на канал, вступайте в группу, подписывайтесь на канал по обзорам фильмов, на канал автомузыкальной темы, на канал душевные игры Роза Процесс и Cup of Crip. Жмякайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления о новых роликах и по возможности поддержите канал материально. Ссылки на все реквизиты в описании к каждому видео есть. Всем всего доброго, я тебе прошу играть. Всем пока.